Сейчас гвалт. А, война, война. Послушайте, но если бы планировали какую-то войну против Украины, совершенно по-другому бы вели средства массовой информации себя. Потому что СМИ – это подготовка. Это арт-подготовка современной войны. Совершенно по-другому вели. И как только утихают на мгновение вот эти крики о войне в Украине, с Америки опять идет сигнал, и она начинается, эта истерия, подогреваться. То есть ясно, кому нужна эта война.